Всем привет, с вами Андрей. Продолжим сборку 34-ки. 4 комплекта деталей. Как вы видите, они идут отдельно и журналы отдельно. Видимо, начались проблемы. Только комплекты деталей делают, журналы не печатают, поэтому пришлось вот распечатывать, и они были распечатаны вот в таком виде. В таком формате был сам файл. Но это ничего страшного, я что-нибудь придумаю, сделаю их в виде книжечки. Но поговорим о том, что сегодня будем собирать. Значит, если посмотреть, мы будем собирать часть двигателя B2, мы поставим под раму, нижнюю половину картера двигателя, вентилятор и перегородку моторного отделения. То есть деталей немного, ну как немного. Детали есть где-то поштучно, где-то, ну вот, два комплекта деталей по одной детали, и остальное тут, в принципе, есть что собрать. Поэтому не будем медлить. Поехали собирать. Как я вижу, у меня сломано ушко, но это не критично. Я сейчас его приклею тогда и приступим к установке уже на наш двигатель. Он тяжеленький такой, вот как раз на правую сторону. Ушко я приклеил, поэтому перейдем к установке подрамника нашего. Тут два винта, и нам надо всего лишь его установить, закрепив на свое место. Теперь у нас уже может стоять ровненько. Ну и перейдем дальше. Тут у нас 5 деталей. Вот эта деталь картера, она металлическая, тяжеленькая. Остальные все пластиковые. Первым делом нам надо установить насос. Кстати, зелененькие детали, прикольно выглядят. Насос устанавливается, тут место под него есть, и надо закрутить одним винтом. Так, насос мы установили, теперь нам надо взять наш двигатель и установить вот эту большую детальку. Что это за деталька? Это приводные валики распределительного механизма. Чтобы поставить деталь, надо вначале через правую и потом через левую трубку протащить вот снизу, как я сделал, и закрутить одним винтом. И после этого уже закроем наш картер. И также закрутить двумя винтами. Нижняя половинка картера у нас установлена. Теперь осталось установить вот эти две трубки. Нам надо соединить эти трубки. Вот, значит, одно отверстие, вот второе, и подключить это к насосу. И вот как это все у нас выглядит. Так, перейдем дальше к следующему номеру, что мы будем собирать дальше.
Тут никаких винтов нету, кстати, выглядит очень прикольно. И как я понял, у нас эти детали собираются без винтов, поэтому мы сейчас соберем воедино этот вентилятор и установим его уже на наш двигатель, видимо, вот на эту ось. И вот собран 51 номер. Ну и перейдем к последнему номеру. Нам надо установить перегородку. У нас всего одна деталь, нужны два винта. И эту перегородку установить, так сказать, отделить двигатель от вентилятора. Вот что у нас получилось, немного криво вышло, хотя, может быть, можно это исправить, но это я сделаю чуть позже, уже за кадром, просто раскручу эти винты и, так сказать, отцентрирую. Какой можно подвести итог? Мы продолжили сборку двигателя Т-34, это Б2, установили перегородку, вентилятор, подрамник, ну и нижнюю часть, так сказать, двигателя, то есть картера. Ну и вот эти зелененькие трубки. И на такой хорошей, легкой сборке будем прощаться. Спасибо, что посмотрели данное видео, надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на канал и поставить свой царский лайк. С вами был Андрей, всем пока-пока.